Добрый день. Приглашаем принять участие в переписи населения. Я молодой специалист. Пока живу в общежитии. А я хоть в первый класс пойду. А на работу я добираюсь на автобусе в соседний город. Меня запишите. А вот будущий гражданин. Да, купил себе еще один участок земли. Свое полезнее и вкуснее. А зачем вам эта информация? Для принятия правильных решений по вопросам развития сельского хозяйства. А мои личные данные точно будут защищены? Мы используем передовые технологии, которые обеспечивают защиту персональных данных и их надежное хранение. Перепись населения Республики Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 года. Вы можете выбрать удобный вариант прохождения опроса. На стационарном участке в течение всего периода переписи самостоятельно заполнить переписные листы через интернет или дождаться переписчика и пройти опрос на дому. Перепись населения. Взгляд на настоящее. Шаг в будущее.